Ой, что это было? Ой, опять что-то упало, вам не показалось? Ой, ой, что это такое было? Я застряла. Эй, помогите кто-нибудь, я застряла. Я не могу выбраться. Ой, ой, все, выбралась. Как вы думаете, что это? Мне кажется, это призраки. И они выкидывают наши вещи на пол с елки. Ага, еще елка не горит. Кто-нибудь знает, чего боятся призраки? Ой, я знаю, они боятся чеснока. Чеснока? Я пойду принесу чеснок с кухни. Если ты только побыстрее, хорошо? Угу. А вот и чеснок. Я принесла самый большой, их 3 штуки. Разбирайте. Хорошо. Мы пока тут чуть-чуть убрались, пока ты ходила. Девочки, мне надоело, я пойду включу свет. Так-то лучше. Эх, все равно выключается. Пш-пш-пш. Берем по чесноку. Как вы думаете, чеснок поможет? Я не знаю. Я тоже не знаю. Но этот чеснок очень пахнет. Поэтому, думаю, поможет. Я тоже так надеюсь. О, елка включилась. Ага, сама по себе, вот это да. Мяу. Ну, слышно по кисе, что ничего еще не закончилось. Нужно еще немного подождать и посидеть с чесноком. Я, допустим, пойду там посижу с чесноком. Все-таки елка выключилась. Ага. Ну ладно, и без елки тоже ничего, в принципе. Эх, мне так страшно. Я смотрю только в угол и больше никуда, чтобы не пугаться. Мяу. Я тоже смотрю на чеснок. А я вообще ничего не вижу, потому что тут темно. Опять что-то падает. Ой, сколько ни поднимать эту шапку, она все равно падает. А мне кажется, мне уже это надоело. Ой. Он хочет показать, что он какой-то крутой, этот призрак. Призрак, а ну выходи, мы тебя не боимся. Ты что? Что? Я не боюсь, допустим, его. Призрак, а ну быстро выходи. Дух этого дома. Домовой, блин, кто тут? А ну выходи, мы тебя не боимся, мы смелые. Ой, аж коленки трясутся. Вот это накол событий. А ну быстро выходи, мы тебя не боимся. Я хозяйка своего дома, я тебя не боюсь. А ну быстро выходи. Ой, как страшно. Где? Ты где? Раскидываешь вещи, пытаешься нас этим напугать. Ага, мы не боимся тебя. Вик, ты что там? Где ты? Где он? Если ты есть, подай знак. Если тебя нет, ты ничего не сделаешь. Подал знак. Ну и что, мы все равно тебя не боимся. Каким-то шариком нас не напугать. Я его скину. Пусть летает. Все. Мне ничего не страшно. Особенно с подружками. Меня кто-то кинул. Как страшно. Все-таки мне страшно. Подружка, двигайся, я к тебе. И тут нет места уже, а? Ты меня выдвинула. Не нужно сюда. Двигайся, двигайся. Девочки, мне что-то страшно тут сидеть. Я вылезу. Ох, я вылезла. Слава богу, выбралась. Эх, а я буду здесь сидеть. Мне тут удобненько. И ничего не боюсь. Ой, пойдем, киса, наверху посидим. Мы ничего не боимся. Если бы мы с кисой были здесь одни, мы бы точно уже в обморок упали. Когда мы хоть, когда нас хоть 4, то так не так страшно. Ага, вообще.
кепка могла взлететь и снова упасть. А ты что видишь? Я слышу, у меня слух, как у... Ой, нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. А слух тут при чем? Не знаю. Ну вот, слух, как у совы, вот. Они слышат все. А я тут пытаюсь тут как-то тут вылезти бы как-то эти, ой, все равно застряла. О, фух, ох, я хоть дышать могу. Ой, ух, наконец-то вылезла. Ох, тяжело же. Ой, пойду все-таки вот туда спрячусь, вот тут под помпошкой этой. Мяу! Когда киса перестанет фыркать, значит все хорошо. Мне кажется, все стало как и было. Мяу! Точно, ура, киса! А что это случилось вообще? Мяу! Ребята, как вы думаете, наш пранк над девочками получился? Я в этом уверен. Ох, как тут тяжело. А я тут за всем следил. Ура, ура, все стало хорошо, да, наконец-то. А то я уже думала, мы в этом будем мучиться всю жизнь. Киса, не пугай нас. Хи-хи-хи-хи-хи, мяу-мяу. Ура, мы выиграли! В смысле, мы победили призрака, хоть я сама и не знаю как. У-ху! Слышите звуки? Я ничего не слышу. Кто-то громко дышит. Это я. Господи, не пугай. Будь здорова. Спасибо. Так, я не понял, кто сказал? Макс, Панки, Валера, Антон? Так, я не поняла. Мальчики, это что, вы все? Это что, вы все это подстроили? Панки, ты где? Чхэ! Будьте здоровы. Спасибо. Валера, ты-то чего? Антон, что это было? Поль, ты чего? Просыпайся. Она спит? Она упала в обморок, если не понимаешь. Да, ужас. Я пойду вызывать ее маму. Будут разбираться. А я пока пойду с мальчиками разберусь. Вы чего нас так пугали? Это был пранк. Какой еще пранк? Это мы к вам ночью придем и... Не выдавай наш секрет. А, ну хорошо. Это был пранк. Угусь. Ага. Апча! Не будь здоров. Спасибо. Ой, как вам не стыдно? Я вообще чуть не умерла от страха. Не понимаете, вот человек в обморок упал. От проявления правды всегда нехорошо. Угу. Ой, ну вы, конечно, вообще я не знаю, я сейчас взорвусь.